Берем вот эту часть. Вот так руку. Неправильно. Вот. Удар бьется снизу. С опущенной руки. Готов? Бьем. Вот руку. Вот так. Еще раз. И... Слушай, давай я немножко подкручу болт, одну секунду. А то она задребезжит, немножко, чтобы она заминалась, было видно. Что же, это не принципиально. Что значит? Все равно носик не начал. Их надо было, конечно, ставить сюда вот столб, и потом на столб посадить. Согласен? Потому что, видишь, невозможно работать на ноге. Помню, доска до 500 килограмм, а толстая там уже дальше. Потом, да? Нет, а я-то думал, что это толстая стоит на улице. Ну, это тонкая, там меньше, там гораздо меньше. Ну, почти два раза меньше. Ну, 250. Да. Давайте еще разок повторим. А я просто вижу, он поднят. Я буду мягче делать их. Я сделал такой вывод, что оно не надо делать. 600, 500, ну, это для любителей. Это вот именно мастерский боёв, который поставился. Потому что дурачки начинают сразу же что-то почувствовали, начинают поднимать. И в итоге... Нет, то он будет продавать и в одном комплекте надо, а это до заказа. Вот это, наверное, правильно, скорее всего. До заказа. Как бы хотите, но вот как бы, но надо написать в книге, что, ребята, она комплектуется двумя, не ломайте себе мозг. Мы даем им сразу, как бы я даю, но не спешите. Да нет, даже с настолько доской, я как бы надо поднимать, когда каждый рукой, каждый прием за 2000 раз в сумме, на один сантиметр. Надо... Связки начнем. Ну, вот, конечно. Полетят связки. Связки. Да уже невозможно. А где ты говоришь, даже те же работают еще. Садись, может, стульчик попросить? Это будет нахально уже, да? Это будет непросить. Ну, все правильно. Садись, спокойненько. Жизнь наладилась. Дальше. Теперь надо под локти еще подставку. Дальше. Показываем.